на выработке. Господь и Бог наш, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови и наши эти духовные беседы. Помоги, многомилостивый Господи, чтобы то, что здесь будет сказано, воплотилось в жизнь. Чтобы мы всегда выходили из храма обновленные, с желанием потрудиться для Тебя, Господа и Творца, быть светом для людей и солью для земли, которую, Господи, сейчас истребляешь Ты и будешь истреблять до конца. Даруй, Господи, во время этой Твоей справедливости сохраниться нашим душам для того, чтобы можно было наследовать жизнь вечную со святыми и праведными. Помоги, многомилостивый. Даруй выйти всем на благовестие. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Христос воскрес! Воистину! Скоро уже будем говорить мы эти слова. Не успели мы пропеть тропари Рождество Твое, Христе Боже наш, крещенский тропарь в Иордане. И вот уже сегодня что мы слышали о мытаре. Осталось, напомню вам, что осталось 3 недели и опять пост. Праздник Святая Четыридесятница. Великий пост. То, о чем так радовался фарисей. Да. Значит, напомню, чтобы не согрешили, что следующая неделя сплошная, чтобы не постились среду, пятницу. Дальше будет какая неделя? Это неделя фарисея, дальше неделя о блудном сыне, и последняя неделя, третья неделя будет о страшном суде. Так что уже вот прямую подготовка к посту. Это первое, о чем хотелось сказать. И еще хочу сказать о том, что в прошлое воскресенье у нас было много событий, мы дважды пели «Многое лето», и подзабыли о наших братьях, о братье и сестре. Сестра Анна Оконечникова, вот предыдущее воскресенье, там, на прошлой неделе, там, на позапрошлой неделе у нее был день рождения. И у брата Николая Польгуева сегодня нет.
Ну вот, я думаю, мы пропоем им. У Маргариты? Нет, еще не исполнилось. Завтра у Маргариты. Ну вот, значит, троим, значит, мы нашим братьям, брату и сестрам строим. Многое лето. Многое лето, 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 что много лет не просто так, много лето и все, а чтобы эти лета были плодотворными, плодотворными для спасения души каждого из упомянутых и во славу Божию, естественно. Сегодня у нас тоже необычный день, опять праздник. И праздник, имеющий большое значение для жизни нашей общины, для каждого члена нашей общины и, конечно же, основателя, одного из основателей и главного основателя нашего старосты. У нас есть некоторое, так сказать, разномыслие в отношении того, насколько важна деятельность в этой всемирной сети. И эту всемирную сеть говорят, а там столько всякого дерьма, столько там всякого барахла и прочего. То есть, но надо отдать должное, просто нужно уметь пользоваться этим. Так же, как ножом можно воспользоваться для убийства, а можно ножом порезать хлеб и накормить нуждающегося, голодного. Так и это. А мы видим, что как раз наш наставник, он сумел использовать это средство для проповеди, для, можно сказать, для всемирной проповеди. Это было бы большим упущением, если бы вы эту нишу не заняли мы в этом сайте, форуме. То есть были созданы вначале сайт, потом форум. И причастные люди, сегодня, конечно, тех людей, которые были в прошлые праздничные события, это события, предыдущие годы, они были здесь, сегодня их нет, но я думаю, что все причастные к этому событию, к открытию сайта и форума, ну, выскажутся и предложен такой регламент по 2 минуты. Вспомни, что начинал Саша Загуляев, потом Игорь Владимирович Добунов подключился. Активно, да. И благодаря его критике работа по этому, в этом направлении оживилась. И дальше получила свое развитие. Сюда можно траекторию. Да. Значит, Юля, пожалуйста, тебе первое слово. Ага. Не знаю, почему не первое, но у меня как бы побочные уже дополнительные сайты, как наши страницы, которые еще есть. Погромче. К основным. У нас основная есть страница, а это... Погромче, это же нормально. Группа есть в социальной сети. Есть такая социальная сеть, ВКонтакте называется. Есть официальная страница Игнатия Лапкина, вот, можете снять адрес, вот адрес. Там у него 7630 друзей на сегодняшний день, и с ними уже заведено 11627 диалогов. Там 9 фотоальбомов, в которых 167 фотографий и 66 видео. Также ВКонтакте есть группа «Православный проповедник Игнатий Лапкин». Там 826 человек, 7 фотоальбомов, 404 фотографии, 155 видеозаписей, 58 аудиозаписей. Здесь есть статистика. Среднее суточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней – 20. А общее количество за 30 дней уникальных посетителей – 458. Ну, есть по странам. Из России 67%, из Украины 16%, Беларусь 5%, все остальные менее 2%. С компьютеров заходит большинство, 86%, 13% с мобильных устройств.
переходит в основном из поисковых систем, то есть из Яндекса, из Гугла. И еще есть небольшая группа «Жития святых», аудио на каждый день. Это жития, которые начитывал Игнатий Тихонович еще в советское время. Они были оцифрованы и нарезаны большими частями. То есть там не на каждый день, допустим, не по имени святого, а ну, большой кусок и по векам. А я лично сама в программе нарезки музыки нарезаю там, допустим, житие святой Варвары. Нарезаю, соединяю, если нужно. Вот. Нахожу икону и делаю запись такую, краткое житие, тропарь, аудио, вот это вот, и фотографию, икону. Там 800 участников. 215 фотографий, ну, икон в основном, 350 записей загружено, 85 видео загружено. Среднее суточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней 7, потому что уже в основном все записи выставлены, они уже, как бы, кто знает, тот заходит. А новых-то, новые жития-то, они год прошел, новых-то святых не прибавилось. Просто, как бы, обновлять записи еще... Такой возможности там нет, что каждый год обновлять. Нужды нет. Нужды нет, там уже все выставлено, все стоит. Через поисковик находят люди. 186 человек за 30 дней, за последние. Да. Еще есть страничка в живом журнале, она была создана 5 февраля 2011 года Сергеем Добродеевым. Там опубликовано 145 записей, 313 комментариев получено. Прикреплены к записям 129 фотографий. Угу. Читалось, да? Вопросы к Юле есть? Ну и чё? Молодец, ну что? Что скажешь? Да, Юлия Александровна. Не вопрос, а предложение. Как думаешь? Вот иногда хотелось бы видеть вот по житиям святых, существуют же молебны или там акафисты, некоторым есть и такое, чтобы их вот вложили тоже вот сюда, вот как-то, если бы находились на что-то. Вот мне приходится иногда с этим сталкиваться. И я беру, есть такая лента, «Старообрядец» он называется, и некоторые молебны, акафисты у него оттуда беру, а у нас я вот этого не нахожу. Юль, ну ты умница, у нас более евангельская вот... направленность. И направленность на первоисточник. Для молитвенников же. Для молитвенников. А молитвы выставлены. Направления же они у нас разные. И интересы наши разные. И хотелось бы, чтобы вот это учли, мое предложение. Подумай. На потом. У меня есть предложение к Игнатию Тихоновичу, чтобы он активнее занялся страницей ВКонтакте. Слышите? Там много людей. О, говори громче. Предложение, чтобы вы активнее занялись лично страничкой ВКонтакте, так же, как вы занимаетесь страницей в моем мире. Хорошо, посмотрим. Так, следующий, кто желает выступить по... Брат? Да. Пройди. Проходи, брат. Интересно, если обратиться в прошлое, так сказать, сделать ретроспективу, вспоминаешь, как первые компьютеры... появились, и первая жесткая критика в отношении компьютеров Игнатия Тихоновича, так резко, вроде, все это ненужное. Потом вспоминается другой шаг, появление, так сказать, сотовых телефонов. Та же самая резкая критика, потом появляется сайт и все остальное, интернет, тоже жесткая критика. Но если вспоминает, кто братьев Магдалин, то просто придет время, когда человек созреет, осознает все это дело, и все будет меняться. Так оно и произошло, собственно говоря. В отношении всей техники. Но мое личное мнение, вот если посмотреть, что у нас получилось в плане интернета, то я считаю, это не эволюция, а скорее обратный процесс идет. Потому что я смотрю, что делается... Ну, это по Библии, потому что мы знаем, что будет в апокалипсисе, что будет такое время, когда веру-то найти нельзя будет. Но пока с распространением интернета можно зайти в дом к каждому человеку. Так ведь? То есть фактически открывается окошко и... Но это все дело очень быстро кончится, это все перекроет. С одной стороны, правильно Виктор Андреевич сказал, что от воли человека зависит, что это, на хорошее или на плохое. Сам предмет уникальный, инструмент интернета просто уникальный. Я человек, который занимается электроникой и компьютерами, и поэтому информацию, которую находишь, 5 секунд, можно практически найти все. А раньше мы собирали, у меня большая библиотека техническая, если нужно, это очень трудно найти, куда-то идти надо в библиотеке. Но с другой стороны,
Библиотека и книга – это совершенно иное. Это как встречи личные людей через интернет. Хотя скайп, телефон вроде бы, да, вроде видишь человека, но все-таки живое общение совершенно другое. Ведь вспомните, Христос лично проповедовал, сколько людей собиралось? Тысячи, да? И какой результат был? А сейчас ведь во многих европейских храмах стоят телевизоры, экраны, там поют песни и так далее, это протестантизм и так далее, и так далее. Вот, это приходит к нам, но я думаю, что будет, все это придет время, когда все это просто-напросто перекроет. Перекроет, и на самом деле интернет это жуткая помойка. Но инструмент уникальный. Вот, и поэтому, как бы, заканчивая, я вспоминаю, как Игорь Третьяков пришел, задание было дано нам, и долго-долго мы беседовали, смотрел, он говорит, ну как, какой сайт должен? Я говорю, ну мы с ним долго беседовали, пересмотрели кучу сайтов. В конечном итоге, так сказать, на общем разговоре мы поняли с ним, что он должен быть простой, ясный, лаконичный. И вот то, что у нас с сайтом, он наполнен чем? То есть сутью. Вот это более важно. Вот. Но он оказался удачным после того, как предъявили Игнатию Тихоновичу. Он понравился, вот закрепился и слава Богу. То же самое произошло и с форумом. С форумом точно так же. Был момент, когда он только развивался, было мало людей. Потом пик огромный, просто, я не знаю, бум буквально был. Ну, сейчас утряслось, все это стало на место посещения, так сказать, сейчас новые сайты. Единственное, что мне, я вот смотрю, мне лично не нравятся социальные сети. Все эти социальные сети, они скорее развращают. Страшная штука, эти все ВКонтакты, эти Одноклассники, это жуткое дело. Но с другой стороны, иногда находишь людей, нужных тебе, встречаешь, вспоминаешь. Ну, мое отношение к интернету, ко всем этим делам, глубоко отрицательное. Глубоко отрицательное. Ну вот, спасибо, Христос. Я, так сказать, в унисон брату хочу сказать, что вот буквально недавно была по телевидению передача, так называемая революция, культурная революция, идет программа Шурко. И тема была такая о троллях. Тролли. Один там выступал о том, что тролли – это очень нужное явление в социальных сетях в том числе. Что такое тролли? Тролли – это люди, которые под псевдонимами скрываются, не объявляют себя, а входят насильно вот как бы в общение с пользователями интернета и подсовывают всякие там идеи, штучки, которые развращают человека. То есть это однозначно разрушительное влияние такое на людей, которые пользуются интернетом. Ну и в финале, как, слава Богу, они, конечно, пришли к этому выводу, несмотря на то, что этот вот человек был там такой очень ярый, как бы, заступник. Сторонник. Апологет этого явления в социальных сетях. Так что нужно выбирать, с кем общаться, с кем вести дружбу. Ну и вот люди ищут дружбу. То есть достаточно выйти вот в интернет, и выйти в YouTube, страничка «Во свете Библии», и вы там найдете столько интересного, столько информации. К людям, имеющим отношение к интернету, нужно причислить и Володю Пащенко, потому что он снимает все эти интервью, эти беседы по скайпу, и выставляется это для обозрения на весь мир. Достаточно посмотреть, например, вопрос Игнату Тихоновичу. Почему вы молчите? О фильме «Ничего не скажете, Левиафан». Слышали такой фильм? Да. Вышел на экраны. «Левиафан». Ну послушайте, это же там вообще, это же животрепещущая тема. Тема такая, которая затрагивает отношения церкви, церковной структуры и нашей властной структуры. А от этого все и события развиваются. Мы живем-то как бы вот между ними, что называется. Как они между собой взаимодействуют, и все это проявляется в нашем обществе. Кстати, эти взаимодействия отражаются и на событиях, которые там на Украине. То есть это напрямую, эта тема же такая животрепещущая. Поэтому и не случайно этот вопрос задан был. Игнатию Тихоновичу пришлось посмотреть этот фильм и дать такую подробную рецензию на этот фильм и на отношения людей, которые, конечно же, восстали на этого
Звягинцева, который режиссер этого фильма, да, что вроде как... Но о нем и в миру-то разные мнения. То есть это нужно просто посмотреть, самим послушать это. Я думаю, настало время брату Игорю сказать, потому что он к сайту имеет непосредственное отношение. И к его созданию, и к работе на сегодняшний день. Здесь стой, говорю. А я здесь, я пользователем сайта kistineodinnarod.ru хочу сделать объявление, что вышел новый сайт, новый формат сайта «Во свете Библии». У него новый адрес, orthodoxbible.ru. Bible – это Библия? Да, то есть orthodox – это православный, Bible – Библия, то есть как бы православная Библия. Вот, православный библейский сайт. К слову Библии разные конфессии привязывают себя. Здесь речь идет о православии. То есть новый сайт — это преемник старого сайта. Старый сайт сохранился, новый сайт сделан, он впитал себе полный. То есть параллельно существует два сайта? Он параллельно существует уже год, но признан он был нашими пользователями, а самыми авторитетными только в начале января, то есть когда уже один мне человек написал, сказал, давай сделаем его основным. То есть уже профессионал в области пользования, я скажу, очень хороший профессионал, сказал, давайте сделаем сайт Orthodox Bible основным. То есть я бы сказал, наступила эпоха нового сайта. Кто это еще не осознал, должен осознать. Тут уже брат Алексей говорил об одном человеке мудром в нашей общине, который постепенно созревает. Я надеюсь, что он тоже созреет и поймет, что Orthodox Bible – это тот сайт, за которым будет будущее. Потому что он сделан по современным технологиям, уже делан не в гараже, скажем так, не кустарным способом, как предыдущий сайт, а сделан он был профессионалом, сделан он был совершенно на другой площадке, размещен вообще совершенно в другом месте, и это современный настоящий сайт. Ресурсы все Игната Тихоновича продублированы и сохранены. Вот. То есть старый сайт не давал возможности сохранять ресурсы. То есть постоянно была угроза уничтожения полностью сайта. Последнее уничтожение сайта, их было постоянно, они уничтожаются. Он регулярно, просто этого никто не знает. Вот. Его регулярно восстанавливаем. Последнее было после Нового года. Я не знаю, что там произошло в системе, но исчезли все файлы. Просто исчезли и все. То есть приходилось это... тот, кто отвечает все-таки за сайт, переживает, я так думаю. Вы понимаете, что это такое, когда раскручен сайт, и все на нем там основано, и раз, и никакой информации абсолютно там нет. Вот. Тут и молитва, тут и вплоть до поста. Письма администрации мне даже приходилось, в очередной раз в одной эволюции уничтожения сайта я даже в Новосибирск ездил, пытался разобраться, в чем дело, но там ничего не получилось, но в результате все, Бог миловал, все хорошо. После всех этих переживаний возникло желание создать просто серьезный сайт, который будет защищен от вот этих всех конъюнктур и колебаний. И с помощью Божией, возможно, это произошло. То есть теперь все материалы хранятся в двух независимых хранилищах файловых, двух независимых, и причем не только в одном, их можно копировать многократно, то есть сейчас ресурс позволяет эти хранилища, там, хочешь 100 хранилищ, и в течение, там, допустим, нескольких секунд можно восстановить работу сайта, если, допустим, одно хранилище, одна вселенная взорвалась, Бог тебе дает вторую, третью, и так все зависит от нас. Сейчас сохранено в нескольких файловых системах это все, но привязка сайта сейчас сделана к трем системам. То есть сайт независимо работает от трех систем. И пользователь заходит в любую из этих систем и черпает материал. Причем наш сайт старый, который он был в свое время молодым и привлекательным, но не к сожалению, а просто жизнь идет, и ресурсы интернета абсолютно меняются. С 2009 года, сейчас 2006 год, за 6 лет произошли глобальные, просто гигантские изменения в интернете. Просто и люди к нему изменили отношения уже. Я смотрю на бабушек, уже бабушки в интернете. Мне даже мама моя учит. Ты, говорит, поговори по скайпу, что ты там
разговариваешь-то по телефону. То есть это, вот, соответственно, нам надо было на эти изменения в интернете реагировать. Или быть просто уничтоженными, или как-то преобразиться. Чтобы мы с помощью Божьей это сделали. Срочно, когда началось уничтожение сайта, а это было каждый Новый год, что-то там происходит, какие-то сбои. Ну, не каждый, вот я сколько помню, в прошлом году были тоже серьезные трудности. Вот. Мы сразу начали пересохранять. Просто пересохраняешь информацию, перепрятываешь, чтобы ничего не было. То есть вопрос в том, что, как говорится, редакция может не соглашаться с точки зрения автора. То есть суть не в том, что даже материалы мы сохраняем эти для системы. Сохраняем. Игнатий Тихонович высказывает в них. Там видео, там фото, там тексты, там аудиокниги. И теперь все это можно легко скачивать, заходить. То есть просто можно... Я вчера хотел побольше рассказать о сайте, но думаю, что... Этого не надо. Кто зайдет на новый сайт, он будет пользователем. Все, хватит. Моя щека, ну, видно, что брат совершенствуется в работе. Я мало чего понимаю в интернете, но судя по разговору, вижу, что владеет ситуацией. Хочется задать два вопроса. Кто из членов общины, из присутствующих здесь, пользуется интернетом? Ну, достаточно много. Не половина, но достаточно много. А кто выходит вот на Ютубе, на форум, на сайт, пользуется этим материалом? Меньше. Но надо активнее участвовать. Это работа, которая важна, и там много полезного. Много души полезного, не просто полезного. К сожалению, сегодня нет брата Виктора Петеримова, который непосредственное отношение имеет к сегодняшнему празднику, к сегодняшним событиям. Оба болеют, и Виктор, и супруга. Так что надо помолиться о них, чтобы Господь их поставил от одра болезни. Кто имеет слово следующий? Игорь, пожалуйста. Я через критику пришел к этому событию праздничному. Показали мне, когда этот сайт первый раз. И брат обращался к Натихоновичу, он внимания не обращал на это. Ну, потому что сайт есть и есть, и как он должен же там что-то работать. На самом деле сайт не работал, потому что формат его был совершенно нечитабельный. И вот то, что Игорь сейчас говорит, он не все договаривает. Почему он сменил ортодокс-то этот стал? Потому что тот сайт, он тоже такой же был. Ну, не такой же, но тоже слабенький. Теперь-то я уже понимаю, он мне объяснял. Сейчас это намного больше производительности, легче туда заходится, легче оттуда берется. Потому что надо же, чтобы люди спокойно пользовались. Ведь мы же отдаем бесплатно это все. Ну так, чтобы покритиковать, я сейчас уже не могу, Игорь, он далеко от меня удалился. Сейчас бы я критикнул, конечно, глядишь, еще бы какой-нибудь ортодокс там возник один, еще лучший. Но нету у меня этих знаний критических, а может, они уже и не нужны. Оно свое один раз действовало, а теперь... И, кстати, сначала, когда я начал-то критиковать Игнатия Тихоновича, когда начал объяснять, он вообще мне сказал... Ты там, говорит, пьяный, что ли? Ну-ка, трубку положи, говорит. Дай, говорит, Игоря Третьякова, я его спрошу. Игорь Третьяков взял. Он? Нет, да. Мы тут сидим с компьютером, он. Мы не пили вообще ничего, даже не ели ничего. А что, говорит, он там бормочет, что попало, говорит. А я такой возмущенный был, что даже вот Игнатий Тихонович не понял, что там со мной. Но оказалось, что все верно. Особенно меня вот сильно поразило... Интернет, вот брат рассказывает вообще о компьютеризации. Когда мы смогли разрисовывать картинки? Ну, конечно, сейчас бы, если бы нам вернуть это все, может быть, еще лучше бы разрисовали их. Но когда Игнатий Тихонович, я пришел, а Игнатий Тихоновичу показал этот, Женя, уже как нужно подойти, выбрать эти позиции, чтобы можно было начинать рисовать. Но там в чем заключается весь этот компьютер? Можно делать из него все. Вот я инженер сам, геолог, горный инженер-геолог. У меня на дипломе было 21 плакат. 21 плакат в формате А1, вот этот ватманский, знаете, что такое? Нулевой еще были.
И я сам от руки все это рисовал карандашом. Сейчас все это, вот этот рисунок, сам его составляешь в компьютере прям. Кнопку нажимаешь, ну там только нужно, чтобы носители были. И он, вот этот ватман, выйдет тебе, вот он твой рисунок. И это все до такой степени быстро и чисто, и аккуратно. Ну, что люди поняли, что зачем твои каракули эти рассматривать, когда ты можешь спокойно взять вот буковки, которые есть. Но с одной стороны это хорошо, с другой стороны человек теряет какую-то осязаемость с этим миром. Вот брат это сказал, ее нам терять нельзя. Я к чему вообще тут вышел-то, разговариваю? Я как бы тоже с критической точки зрения подхожу. Я сам поучаствовал где-то месяца 3-4, я активно поучаствовал в сайте в самом, отвечал там на вопросы и так далее. Я понял, то есть с людьми можно общаться, можно добиваться того, что они будут тебе обратно отвечать и так далее. Но так как по сфере моей деятельности я часто уезжаю, там меня не бывает. Ну и Игнатий Тихонович у нас здесь, который отвечает, не просто отвечает, а так с таким интересом, он через компьютер может человека достать, что называется, до самой печенки, до сердца и до разума. Это надо так поставить было все эти документы, документальные, которые Господь нам через верных своих оставил. И люди, читая их теперь, приходят к убеждению, что да, они не правы, меняют свою жизнь, и из сектантов переходят в православие, или уже будучи на перепутье каком-то, они выбирают нужную и правильный путь. Хотя бы даже не до конца идут, но хоть выбирают они его и начинают читать полезные вот эти сведения документальные, которые нам история оставила. Это жизнь нашей церкви, это то, за что боролась церковь все время. Это символ веры здесь наш. Это все каноны, которые церковь оставляла и переписывала, и передавала и из уста, и из устно, и в письменно. Они сейчас дошли до нас, и все это теперь уже, как вот брат сказал, как во вселенной это ходит. Интересно, что действительно, если что-то погибнет, то это все равно в электронном виде останется. Это вот даже можно будет считать когда-то, если кто-то научится, конечно, этому. Хотя все началось просто с граммофонной записи. И иголка там все ездила, и звуки записывала. Сейчас это все в таком виде, эти чипы. Но все, я говорю так, к тому, чтобы нам не потерять осязаемость, чтобы нам не потерять контакт с людьми. Господь оставил, он говорит, идите и научите. Вот тут бы нам было все понятно. Сели бы сейчас за компьютеры, и началась бы компьютеризация, православизация. Но ничего не получается в этом плане. Все равно человек, сколько мы знаем, обращается вот к Игнатию Тихоновичу и просят прям, требуют сюда приехать. Мы желаем видеть вас прям глазами, увидеть все как. Так все понятно там, да, мы и видео там, ну, охота быть вот рядом, чтобы контакт был. И для меня это очень понятно. Потому что Господь говорит о том, что если человек один споткнется, кто его поднимет, а когда двое, один поддержит другого, и двоим, говорит, согреться можно. И так мы видим везде эта поддержка. И когда апостолы шли, они были по парам, и апостол Павел с какой теплотой, нежностью, и как он настойчиво говорит молиться за тех, кто рядом с ними, кто скрашивал его это вот одиночество в узах, а кто рядом был. Ну, вспоминайте это послание апостола Павла. То есть нету такого человека, который был всегда самодостаточен и был бы этим доволен. Да, были такие времена, когда человек оставался один. Господь ему дает такие времена специально, чтобы человек поразмышлял, подумал о том, как это. И потом все равно есть помощники. И вот то, что мы здесь у нас община, я посмотрел, это уникальность, просто даже говорить об этом не приходится. Кто не знает церковную историю, тот не поймет, кто знает, тот просто будет всегда этому удивляться. Но нам не до удивлений, нам надо жить дальше и трудиться. Ну и заметили, что я, если молюсь, я постоянно говорю о том, что должны проповедовать. И проповедовать должны все. Все-таки я на этом как бы настаиваю. Ну, сестры у нас старшие, ясно, с ногами там или что. А братья наши ревностные в других делах, может, каких-то, должны быть ревностными именно в благовестии. Потому что этот талант Господь оставил, талант что? Веры в Него. А вера в Него какая? Она на поверхности, она не в душе. Вера в душе, написана смерть.
Поэтому ты должен оттуда увидеть отдачу. А вот теперь я скажу критику уже для всех. И желательно, чтобы братья это видели, понимаешь? Не просто ты там где-то сказал, кому-то говоришь, я хочу видеть, как ты благовествуешь, брат мой, сестра моя. Я радуюсь, когда рядом со мной кто-то благовествует. И братья некоторые приходят, им сестры посмотрели, смотрят, как там благовествуют, и говорят, ну до такой степени, говорит, прям охота обнять тебя. Прям сестра бросится, прям поцелует. Все, я исполнила это. Так хотела тебя обнять, поцеловать. Братья приходят, говорят, так охота там с вами быть, говорит, вот все это так захватывает, охота там быть рядом. Вот такое желание должно быть у всех. Вот тут было крещение. И брат Сергий у нас, так получилось, это вот испытание для того, чтобы я это вспомнил сегодня. И на крещении было народу, мы сейчас только скажем, что там были баптисты, свидетели и адвентисты, раздавали священное писание тоже. У них синенькие были, одних маленькие, других побольше. И мы тоже раздавали Слово Божие, четырех Евангелия красного цвета, красивое, православное, с крестом. Мы раздали 600 наших, чуть, наверное, побольше даже. 600, вот это точно 600 мы посчитали, там дальше еще там может быть несколько пачек вот этих изданий. А они сколько еще раздали, они тоже коробками выходили и раздавали. То есть будем говорить, что ну 1000 штук и люди еще принимают, и можно было еще раздавать и раздавать. Но, во-первых, Сережа опоздал к самому такому, там где больше всего народу и там где священники. Сережа приехал только что, и он пока загружался, пока что... А мы с Володей с этими рюкзаками, сумками принесли мало. Ну, 100 штук на двоих всего смогли притаранить. И братьев, раз, два, три, четыре, пять, ну, у меня машину Бог отобрал. Ну, у вас-то есть они. Ну, и никого не дождаться, все сразу на работе, все не могут, все немощные. Ну, тут простое дело, подвезли бы Евангелие нам туда, да и все. Чтобы можно было хоть, нет, никого нет, Сережи нету, все, пропасть, никаких колес у нас нету, ни братьев, ни сердец, которые бы жаждали помочь братьям. И тысячи людей мимо прошли, и в конечном итоге это скажется на вашей вере, на вере ваших детей, родственников и так далее. Вы ну, все это потом прочувствуете, потому что вы остались равнодушными, теплохладными, а Господь говорит, таких я извергну из уст своих. Ну, блювотина, одним словом. И неприятно это все. И тут кого только не спрашивали, все, ни одного нету. Вот машин сейчас выйдите, целый рынок стоит, авторынок. Никого нету, все. Все по... сразу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Все, все, только замерзали, то еще что-нибудь. Тут, короче, прорва, как пропасть какая-то между вот теми братьями, которые там трудятся, и теми, которых нету. Ну, нету и нету. А ведь нас 20 братьев есть. Когда оглянешься, когда дело простое сделать надо. Ну да, там Игнат Тихонович не был подключен. Но теперь-то, знаете, он всегда подключен к нам. Потому что дальше вот на эти комментарии, которые мы там ходим, благовествуем, рассказываем людям. Потом люди дают свои комментарии, обращаются именно к нему. И он теперь начинает здесь уже свой труд, уникальный труд. Когда вот через такие, казалось бы, небольшие там, ну не мекина, а зернышки, какие-то ростки там даются, и он собирает это все, и люди собираются где-то, начинают задавать правильные вопросы, и это дальше влияет на развитие вот этого и в интернете, и потом дальше люди же и сюда тоже желают приезжать, и там они тоже действуют. То есть получается такой обильный посев, даже неожиданно на всю Вселенную, действительно. И иногда даже думаешь, может, это евангелизация и есть всей Вселенной, потому что ну прям очень похоже. Как посмотришь на карту на этом, у нас на сайте там, все уже, ну, Россия вся излеплена. Украина там это, Беларусь это понятно. А тут уже добрались и до Азии, я смотрю, там и в Африке уже начинается. Думаю, да, странно, как это все. И там тоже, оказывается, люди есть, которые интересуются истинной правдой. Все-таки это действенно. Спасибо, Христос, брат. Ну, слава Христу. Я хотел тут еще про мытаря фарисея, ну ладно. На следующее воскресенье оставим. Да, на следующее вдруг. Можно? Да, конечно. Это, хорошо говорили братья, да? Вот, все. А, у меня такое предложение, помолиться всем, потому что 3 тонны книг в Калуге лежит. Вот. Чтобы Господь дал как бы разумение брату Виктору составить команду. Потому что я так понимаю, что... Виктор Николаевич. Наш
да, Виктору, что Игнатий Тихонович как-то пытается отойти от этого. Игнатию Тихоновичу тоже дать как бы усердие такого, активное участие в этом принять. Поэтому, братья, сестры, молитву ваших святых. Потому что 3 тонны книг все-таки там лежат. Уже год практически будет. Ну да, скоро появляют счет уже точно. Да, брат. Ну, вот что касаемо этого вопроса, значит, я еду однозначно. Вот один уже есть. Охрана есть, собака есть. Нужно еще хотя бы одного человека, кто бы поехал бы и развезли бы эти 3 тонны книг. Значит, что касается критики сайта, может быть, эта критика запоздала, я не знаю, я как-то уже говорил брату Игорю, что вот Юля говорила, что 13% людей заходят с мобильных устройств. Сейчас появились еще планшеты. В основном это молодежь. Неудобно читать книги Игнатия Тихоновича с мобильных устройств. Практически невозможно. Это все равно, что вы пришли в трапезную, и вам каши на стол положили, не дали ни ложку, ни вилку, ничего. Вот. То есть на это нужно обратить внимание. С Ольгой Воровой я разговаривал. Говорит, есть программа, просто нужно все это организовать и сделать. Я не знаю, как это делать. Но я с мобильных заходил, очень неудобно. Вот, а так вот, охота, хочется брату благодарность вот, прям от лица всей общины, что вот он сделал такой параллельный сайт, что главное это теперь все это сохранить, что дьявол будет пытаться все это уничтожить. И вот и Леша говорил, что все это когда-то прекратится. И Писание об этом говорит, что темные силы светлые победят. И наступят страшные дни, и только вот пришествие второе Господа нашего Иисуса Христа все это остановит. Сейчас благодатное время, нужно этим временем пользоваться, не лениться. Нужно распространять вот эти вот визитки более активно, какие-то там вот рекламу делать, чтобы люди знали, что этот сайт существует, что это сокровище, оно не когда-то, как когда-то у нас в подвале лежало, вот оно есть, но никто об этом не знает. Это не дело. Все равно, что вот, есть ресторан, а никто об этом в ресторане не знает, он где-то в подвале, ни вывески, ничего нет. Спасибо, Христос, ценное замечание. Брат, у меня вопрос к тебе, брат Игорь. Скажи, а вот на старом сайте там есть переадресация на новый сайт? А, это все. Сейчас нету, но делается, делаем ее. Я четко поставил одному моему чтобы хорошему другу. Кто-то зайдет на этот сайт, мог перейти на другой. На этот сайт сделать все. Я даже не догадался. Так. Основа на старый должен быть. Так обязательно. Игнатий, ну, наверное, все уже выступили. Ваше слово теперь, товарищ Малышев. Еще раз поверить? Да. Интересно как. Собираюсь сегодня. И слуховой аппарат положил в карман. А костюм тот, позвольте, так он у меня нету. Вот. Снял, а костюм другой надел, пришел, а его нет. Это вот я в этом вижу положительное сегодня. Я не буду говорить и повторять, что вы говорили. А если буду повторять, оно будет несколько разницы. Я почти ничего не слышал. Потому что интересно. Так что до фарисея мне никогда не дорасти, потому что я только в грудь себя бью, я ничего не знаю, не слышу. Я сегодня дам вам статистику и мое понимание как. Вот что интересно, мне интересно это, как Господь делает люди, которые как будто не совсем ко мне давно известны были, они делают какое-то предложение. Я переспрашиваю, а как это, что? А потом оно начинает как-то делаться, находится и начинается делать. Вот веду занятия в университетах. Ни в одном университете не приходили так много, как в ГТУ. Старообрядцы подходят. Вот ваши материалы, это 14 материалов у меня вышло. А вы не думали их издать в одной книге? А зачем? Во-первых, это деньги стоит. Я это издаю сам на свои средства. Потом газеты 3 помог Муравлев Игорь. Ну и другие там маленько собирали. А кто будет верстать? А что это такое? Ничего абсолютно не знаю.
Ну и кто это старообрядцы? Они попросили разрешения издать то, что нынче, сегодня у нас к истинному православию. Разрешите нам ее переиздать, материалы. Но где говорится после реформенных учителях, как Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, эти места мы выбросим. Я говорю, пожалуйста. То есть это уже будет в укороченном варианте. А они начинают, перед этим мы издали беседы с баптистами, прям брошюрку издали мою, написали, я автор. Тут у них что-то не заладилось, но меня уже это задело. И вот выходит первая книга, вон она лежит, под стихи, подними. Стихи рядом, нет, во, вторая, во-во-во. Вот. Как я ее издал, как я ее нес. Крадучи еду в автобусе и считаю, чтобы люди не увидели, что я считаю. Я боялся, что ее изданную мне как-нибудь затормозят. Потому что я жженый, со всех сторон давленный, и я всего боюсь. И боюсь не без основания. Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих, говорит, остерегайтесь людей, ибо они будут предавать вас. И мне уже было понятно, с какой стороны будет опасность. Так оно все и подтверждается. И вот со времени, как показали вот этот набор делать, компьютер, у меня в среднем, вот с выходными со всеми, 14 часов в день. Обычно бывает 16, 18 и даже 24 часа одно время было. Прожег глаза. 9 лет провел на издании книг. 9 лет. Более 30 тысяч часов провел. И вот первая книга появилась, вторая. И вот так дошел до краю-то. 19, ну все, стол кончился. А кто стол-то делал, тот вообще Коломиченко Олег. Дальше книги издаются, до суда доходят. Получается 19 на 2, 38. И у меня еще 7 книг набраны. В интернете стоят, но только в электронной версии. И у меня нет ни денег. И я понял конец. И точно для стола как будто издавал. Никто не измерял. Но именно вот точно для стола. Вот какой стол у нас есть. Все, это такси. Вот переплет. Я не знал, когда сам делать. Алла Петерима у меня побудила к этому. А зачем тебе деньги платить типографию? Ты сам научись. Другой человек сказал, а зачем ты отдаешь печатать? Ты достань машинку, научись печатать. И все, женщина. И когда первые появились у нас ролики где-то, заходит не кто-то, а мусульманка Самира Тагеева и говорит, отец мой, учитель. У нее предисловие всегда, отец, учитель. Вам надо свой канал иметь. А что это такое? Я знаю канал, где корабли плавают. Но это потом так и получится. И вот теперь я немножко об этом и скажу. Толкнула она. Я стал расспрашивать. Приехал Миша Кальмаев. И как-то началось и пошло. Ну и теперь мы уже в Ютубе закрепились. Это не просто так. Вот я сейчас скажу данные по Ютубу, по нашему. Некоторые, может, даже не знают еще этого. У нас подписчиков, которая вот сегодня вышла, и она ему автоматически поступает, ну, как на газету подписывается, 1479, только тех, которые решили себя показать. То есть подписчиков намного больше. Ну, 1500 подписчиков, это что-то говорит? Дальше. Посетители, что это означает там посещение, то ли переворачивает, 658 737. То есть больше полмиллиона. А кто что знает, где-то в другом месте сказали, там 1,5 миллиона. То есть речь идет уже не об единицах и даже не о тысячах. У нас поставлено отдельных фильмов, наших конкретно, 2656. Вот собрание сегодня будет, это его надо, значит, там ужать, конвертировать называют. Потом я пересылаю к Сергею в Краснодар, в Воронеж сказать, вот Сергею Козлову, парализованному. И он дальше доводит до нужной кондиции, музыку там что угодно делает, вставляет, как, я даже не знаю. Он главный сегодня по Ютубу, главный. Я под замком делаю, отдаю ему, а когда поставить, он все решает. О нем постоянно все молитесь. Его дал Господь Бог. И попутно хочу сказать, как он вникает. Представьте, 12 лет парализованный. У нас заболел маленько, сегодня гляжу, кого-то нет. А это парализованный, и везде он есть. Он иконописец. И в интернете занимает первое место в мировой практике. Первое. Сколько у него запросов из монастырей, там, из сафона, и откуда нет. Иконы, которые рисуют. И он говорит, нужно создать, покажи, где этот новый-то, его создан. И он говорит, новый сайт надо сделать. Да как его сделать? Это мы тут столько делаем. И он потом мне сказал, сколько он в него вложил, чтобы создать. 300 тысяч. Я так, ах, может, ошибка произошла? Нет, никакой ошибки нет. Он подключил Израиль.
Какие там специалисты? В Беларуси я только краем уха слышал. Ну, показали мне людей где-то. Вообразите, что человек делает. Никто не побуждает, только Дух Святой. Сколько он потерял там друзей, которые против меня идут, они с ним порвали там и прочее. Он это все делает. Но тут составляется еще и новый. А это у меня вначале было. Сайт наш будет под угрозой. На нем слишком много. Я сразу же, как только сайт открывали, я обратился ко всем в Америке, где-то в Новой Зеландии. Ну, где-то откройте новое. В Америке сразу два открыли параллельно сайт наш. С чем они, как они копируют, ничего не знаю. Там пытался с этой, с Киргизии племянника это вести. Поэтому растаскивают наши ролики по всему интернету. Повторяю, что это не два, не три, а 2656 полновесных фильмов. Некоторые больше часа. Даже доходит до двух часов, только один. И они разбиты на 16 папок, плейлисты называются. По тематике, собрание, это отдельно уже вставляет, где как идет. Вот у нас вся сила сейчас переместилась на YouTube. Потому что люди читать плохо читают, это все говорят, меньше, даже не скажешь, как мало считают. Слушать лучше слушают, а еще лучше, когда смотреть. И поэтому на Ютубе у нас столько выстроено, там сотни проповедей, которые я так и говорю. Тысячи, больше тысячи проповедей, которые в аудио, я говорю. Все до одной книги вот эти выставлены. И люди, которые пишут мне, пишут с Америки, с Австралии, с Израиля, с Англии, в Скандинавии, Прибалтики. Пишут, я скачал все ваши книги, еду дорогой, я слушаю. А они, не эти книги, а другие, 50 книг мной начитаны. И в аудио это голос где-то. Я каждое утро стараюсь до молитвы успеть просмотреть, какие поступили письма. Это не скажешь. Ну, где-то у меня 26% женщин, ну и 74% мужчин на YouTube заходят. Машина статистику дает. Но я могу сказать, что положительных намного больше, и там дается кто плюс, жмет кто минус. Отрицательные, которые с чем-то не согласны на роликах, примерно 13%. Ну а 87, это которые люди принимают, это не два, не три человека. Меня зарегистрировали, помогли, Facebook такая. Один раз зашел и ушел и навсегда. Совершенно не подходит. В одноклассниках был, пробыл там месяц, навсегда закрылась. Это мертвая для меня зона. Нельзя. Твиттеры разные. Все мне открыли, не идет. Единственное, с чем работаю, Mail.ru, мой мир. Я сразу задаю вопрос, а можно, вот я, допустим, посылаю что-то, материал, и сразу послать на всех. Ну, мой мир. Ну, у меня там друзей 5613. Тогда было так. Я только нажму два раза кнопку, и 5613 получают материал, книгу сразу. Там всякие пакости делали, видимо, правительство дало указание ограничить. Можно только там по одному, фотографии можно послать, а материалы уже нельзя. Вдруг открылся другая область. Это Господь так делает. Повторяю, что во всех вот местах этих я ничего не знаю. И мне этого как будто бы и не надо. Вот сейчас подходит Алексей Загуляев, он взял там накопитель, как уже все сделал, там что-то делал. Меня все время баюкают и несут на руках. Видите, Петерима, жаль, нету. Я ведь не плачу ни копейки ни за что. Это мои благодетели. Они платят за интернет. Я плачу только за телефон за свой. За свой. А на этот телефон, который, ну, мобильный-то, так на него все время скидывают деньги мне. Кто, понятия не имею. И уже накидали, я говорю, как теперь снять-то их оттуда, забрать? Они мне там не нужны. Я их в другое место. Это Бог так делает. Вот мой мир. В моем мире, это Mail.ru называется, выставлено наших 12 249 фотографий. Вы воображаете, что такое? И все это разбито, вот, Потеряевка, лагерь, Благовестие, собрание там все. И фотографии. Зайдите и посмотрите. Я недавно только выставил около 4 тысяч, потому что год не выставлял. Дальше. В Mail.ru у меня выставлено 1184 видео. Нынче не ставлю, все перешло на канал. Так, музыкальных произведений там или насчитано 163. Посещаемость... Не определишь как. Но где-то можно определить.
Вот теперь, это я по Ютубу сказал, что теперь у нас открыт форум. Форум открывает человек, который не хочет, чтобы его называли. Главное преследование от священнослужителей. Я заранее знал. И так и есть. Все эти годы, как открыты 5 лет, они долбят. Когда считаешь и думаешь, основания никакого нет. Нет, только крестить песком и слюнями. Песком и слюнями. Я их уже просто назвал в интернете. Слюнявые песочники. Как можно... Ну, говорит, веруй в единое крещение. Слово крещение – это погружение. Веруй в единое погружение. Даже не в три, в единое, ни одного нету. И вот приходит ко мне один человек, близкий мне, и говорит, надо форум создавать. Сайт, но на нем не общаться нельзя, ничего. А что это такое? Вообще ничего не знаю. И создаем форум. Я не думал, что на форум придется так много отдать времени. У нас там открыто 1579 тем. Тема это все, допустим, Первая мировая война, все, и видео, и аудио, и материалы, и книги, это одна тема. Одна, если Ленин или Гитлер, про него все от рождения, фотографии, что он говорил, аудиозаписи, документальный Гитлер, это все, как он выступает, как говорит, это одна тема, их 1579. Так, добавлено к нему выступление, 14254. Вот кто-то выступил, а к нему кто-то добавил. Обычно на форумах там споры. Я только думал, Господи, как бы, чтобы у нас этого не было. Ругаются, матерятся. У нас вообще ничего нету. Каждый день в среднем 220 человек заходят. Ну, 220, я их в глаза не вижу. И они регулярно, каждый день. Ну, другие или нет, я не могу сказать. Но полная тишина. А зачем они заходят, если ничего не будет? Значит, они берут и говорят, мы познакомились, мы узнали. Теперь... Ну, пишут, вот сегодня опять отправляем книги. Люди, которые познакомились по интернету, заказывают книги, мы всю зиму отсылаем. Ну, их книг-то осталось мало. На форуме 443 участника, которые зарегистрированы, которые могут ставить материалы. Ну, почти редко-редко кто ставит. К нам на форум заходит 71 город из России. Новосибирск, там, Кемерово, 71 город. Да где я их вижу-то? Вот данные дают с 29 марта 2013 года по 5 декабря 2014 года. Из России к нам на наш форум заходит 39 809 человек. Это посетители, которые уже твердо. Дальше. Украина. С Украины заходит 7574. Из США 2480 человек. Из Беларуси 1307, из Германии 1108, как там маленько подальше, из Киргии, из Казахстана 1038. Итак, к нам заходит 91 страна. Страна! Есть, которая там даже ну, по одному человеку, но все равно это страна. И компьютер все это показывает. Значит, люди что-то там находят, я называю цифры-то, с одной Америки только 2454. Чего они находят? Захватывают книги, в Америку посылаем. Что так будет, я ничего этого не знал. Ничего. И что бы ни спросили, у меня ответ один. Обращайтесь, даю только данные, куда обратиться. Тут у меня интересное слово, даже боязно сказать его. Когда люди недовольны чем-то, ропщиты. Вы знаете, есть такое слово, девочка одна услышала, ее дома она, смотри, а то мы по попе тебе надаем. У нас, девочка-то маленькая, там второй что ли класс, она говорит, так где попа? А ей по заднице хлопнули, она говорит, это не попа, а жопа. И она тогда взяла мел и пошла на заборах везде писать жопа, жопа. Что, опровержение всем. Это литературное слово. И вот не кто-то там придумал и поставил такой материал. То есть, если вам будет... станет невыносимо грустно, то вы вспомните про осьминога. Ну, знаете, такой зверь есть, осьминог. Но мало кто знает, как он устроен. Он одним ртом, у него рот одновременно клоака. Птица ест ртом, а потом сзади оправляется. У него одновременно он этим ест, переварит, и у него рот и клоака одновременно. И вот, говорит, у него и ноги идут от ушей, хотя длинные ноги. У него
И руки происходят, говорит, из жопы. И жопа у него с ушами. И голова в жопе. И ничего не жалуется. Так у тебя-то лучше, у тебя все отдельно. Понимаете, насколько это интересно. Это интернет показал. И он такой и есть, в самом деле. И он осьминог не жалуется, а ты-то еще жалуешься. То есть я бы этого даже не сказал, не знал, если бы какой-то умный человек не сказал. Так, я думаю, надо будет приподнять, хотя бы люди увидели, как у нас выглядит интернет и прочее. Надо держать. Знаете, я слово интернет употребляю, связывая с одним именем. Слушайте, слушайте, изобретателя. Я задавал вопросы в больших-больших собраниях, и никто не знает, кто телефон мобильный изобрел. Телефон. Вот обыкновенный, подаренный мне этот маленький телефон. Мартин Купер, Мартин. Он живой, молитесь за него. А интернет изобрел Тим Бернерс-Ли, Тимофей. Мы каждый день молимся за ним, они оба живые. Чтобы Тимофею Бог дал истинного покаяния и спасения, как он облегчил нашу жизнь. Любой материал, который вот приходим сейчас, ну я задержался, до утра не выставил, сыпется просто, ну где собрание ваше? Мы, говорит, сейчас интернет вообще не смотрим, только ждем вас и всей семьей слушаем. Ложимся, только встали, помолились и сразу идем к вам в интернет. То есть я всех не знаю, но от кого получаю, ну, не знаю. Не каждый выдержит, столько похвал. А нашего, я говорю, ничего и нет здесь. Потому что, видите, выступают, все говорят, мы молимся, а дальше как Господь даст. Я прославляю Бога моего. Вот он, Тим Бернерс-Ли, посмотрите на него. Поднимите как-то. Кто изобрел интернет? Тимофей, по-нашему. Еще Тимофей, который создавил библейский поисковик. США, Тимофей Ха, и вьетнамец. В Ломоносовском университете учился. И все пользуются им. Нажал сразу, Библию открыл, посчитал, все, это Тимофей. Вот он самый. Мы за него молимся каждый день, за двух Тимофеев и за Мартина. Общий результат какой? Благодарим Бога за все, что он нам дал. Но они очень уязвимы. Электричество не дали, все. Ничего больше нету. Поэтому книги в бумажном варианте никогда не заменятся. И видел ангела лечащего, который нес в руках вечное Евангелие. И Иоанну говорится, открой книгу, он ее открыл уже. И это, в Откровении об этом говорится. В Библии мы много еще не находим разъясненно, здесь разъяснено. Сегодня выступает патриарх. Сразу находим патриарх. Выступает Осип по лекции. Все до одной лекции здесь стоят. Как будто он у нас с нами в доме сидит. Это даже вообразить нельзя. Так делает экраны это большие, вот как у нас вот эта картина на стене. Не такие только, как у нас. Папа Римский ведет богослужение рождественское сейчас. А на улице стоят там, ну, может, миллион людей. Там конца края не видать. И огромные везде экраны вот такие, поменьше. И люди стоят там, все слушают, как будто там находятся. Говорят, вы зависли на этом, это как наркотик. Не знаю. Я вот уехал, полгода в нем не было, мне даже нужды никакой нету. Ну, по-хорошему, если с молитвой ты открываешь, и с молитвой работаешь, с молитвой Бог дает и людей. Люди к нам идут, в основном, говорю, с добром. У меня жалоб никаких нету, хотя нынче было два раза, было опять нас даже блокировали. В первую очередь, так и не понял, почему. Вот, на наш ролик сказали, я занятия веду в университете. Мартин Купер. Купер, вот который телефон изобрел. Он первый телефон. Он говорит, хорош был чем? Его можно было в сумке носить и обороняться от нападающих. Качество кого? Он первый телефон. В левой руке. В левой. Там больше килограмма, что ли? Когда он первый раз беспроводно стал говорить, я скажу, а там другая фирма работала. Я, говорит, им позвонил, стоя на Бруклинском мосте вроде, и позвонил. Они говорят, откуда звонишь? Он говорит, с Бруклинского моста. Я услышал, говорит, зубовный скрежет в трубке. То есть он их опередил, и на веки вечные он останется, как вот наш форум. Нет, это канал, что? Ютуб. Православный видеоканал. Это все сделал близкий мне человек, он не хотел, чтобы его называли, потому что боится церковников, что его и жену выгонят с работы. Это ужас даже. Но Господь да воздаст ему добром. Ко мне какие-то вопросы, может быть, есть? Вопросы есть, Игнат Тихонович?
Можно я туда объявление сделаю? Так, ВКонтакте я не работаю, ВКонтакте Юля работает. И она, ей вопросы задают, она их мне перекидывает на форум, я отвечаю, она копирует и туда опять отдает. Юля бы делает очень большую работу. Она параллельно создала мою страничку, боялись, что в моем мире, параллельно ведет ее. И даже ВКонтакте тоже у нас параллельные странички работают, фиксируют. И все же на какой день жития, она насчитанное мной житие берет, ставит эту икону, и на каждый день можно слушать моим голосом насчитанное житие. Я даже не додумался бы до этого. Да благословит ее Господь. Когда мы начинали сразу делать, она как раз познакомилась с одним, Женя Клейменов, студент 5 курса мединститута, медуниверситета. И вот самое трудное было то, что как сделать так, чтобы, вот если заходит, тут 4124 вопроса. Я считаю, это самое-самое ценное, что у нас есть на всех наших этих пажитях, где и сайты, вопросы. То, что мы здесь отвечаем, это только часть. И как сделать так, чтобы вопросы как-то по группам разбросаны, они по книгам разбросаны это. Я всегда считал, это кто-то сделает после моей смерти. Пришлось самому садиться и 30 томов заново молотить. Развести. А теперь в папке ставим, допустим, иудаизм или там мусульманство. Это надо было сгруппировать в одну, а потом, чтобы шли одни вопросы. Потому что ответ-то бывает на 10 страниц. А вот чтобы вопрос ткнул и сразу открылся ответ. Не могли никак сделать. Он ко мне приходил, только на третий раз смог сделать. Юля, ты увидишь, или позвони Жене, или как, Игорь, ты отблагодарите его. Ем, Игорь, ты не знаю. Игорь, Жене Клейменову поблагодари, раз они не могли прийти. В общей сложности у нас помогают, это около 15 человек. Тут есть еще одна Ольга Ворова, она не здесь, в Барнауле. Она всегда принимала и отправляла, и следила, чтобы пакости не было. У нас одно время было такое посещение, ну прямо тысячи людей на форум. Откуда они? Оказалось, это роботы. И зачем они лезут, непонятно. Меня научили, я борьбу вел несколько дней, наконец истребил их всех, и сейчас смотрим, чтобы не было. И долго пробовали, как не заходить никак. И самую лучшую предохранительную заслонку поставил Сергей Козлов. Практически, ну, 1-2 прорвутся за сутки, а то встаю 25, и мне надо делать около 16 операций, чтобы выбрать его оттуда. Зачем они, никто не знает. Я считаю так, они для того, чтобы в один из моментов они сразу могли все уничтожить. А их нету? И нету. Но нет человека, и нет вопросов. А это не люди совсем. Значит, у нас книги, и книги, 50 книг Златоуст начитанные. Я с первого дня назвал сайт, суперсайт. Некоторые протестовали. Я при этом мнении остаюсь и сегодня. Ни на одном сайте я больше не встречал материалов в таком количестве. Просто их нету нигде. Сайт — это определенные склады. И оно стоит мертво. Но сейчас создали еще сайт, и еще один сайт. И стараются улучшать, я туда не прикасаюсь. То есть то, что было, они стараются более доступно, чтобы легко скачивать было. Много было жалоб, что трудно скачивать. А сейчас все люди благодарят. Так что за Сергея Козлова все молитесь. Он болеет сильно, иногда несколько дней не выходит. Ну представьте, у него полностью все через трубочки где-то. Чтобы Бог продлил его жизнь. Без него я сейчас, ну, в таком виде, как есть, я еще поставлю. А когда разрозненное, то я их не могу склеить. Вот сейчас сделали запись по скайпу. 5 минут отрывают. Мне надо знать, когда оторвали, потом включать, а потом слеплять. Даже, ну, никак. Вот Витя и Сергей сегодня самую большую работу делают. Вот в каком положении. Мы сегодня день посвятили, 1 воскресенье февраля, прославить нашего Господа за чудо изобретения интернета, в который мы, написано, активно и очень активно вошли. Я хочу добавить слова Игнатия Тихоновича по поводу Сергея Козлова из Воронежа. Просто просить нужно Господа, чтобы не только продлил ему жизнь, это будет несколько, вы знаете, эгоистично, потому что он уже за это время столько намучился и столько терпит. Я вот пытаюсь с ним выйти по скайпу в связь, он мне пишет: болею, не могу говорить, даже говорить не может. Представляете? Ну, вот полностью обездвижен, еще такие болезни там у него
весь организм больной такой, что он еще по 16 часов работает, пишет иконы, вот работает с нашим сайтом, с Игнатом Тихоновичем, выходит по скайпу, постоянные звонки. То есть это просто невероятно, вот что, чтобы Господь ему дал еще силы перенести все эти испытания, чтобы работа его была вот, ну, такая плодотворная, но не, хотя бы хоть сколько-нибудь обезболила ему Господь. Ну вот такая просьба. Не забывайте о нем, потому что это вот, ну, уникальный человек, это вот просто вот наши сопли и слезы по нашим болячкам, это вообще ничто. Я повторяю, около 15 человек. Вот он, Володя не записывал бы, ничего бы и не было. Понимаете как? Сергей бы не делал, тоже дальше не пошло. Я говорю о тех, которые конкретно помогают, чтобы работала наша система в интернете. Около 15 человек. Это один ты ничего не сделаешь. Ну, может что-то сделать, но даже сравнивать не с чем. Вот сейчас вопрос стоит на лето о распространении. Мы же не окончили книг, которые оставили в Калуге. Из-за поломки машины. Мы бы это все сделали. И сегодня какие дают там предложения, нанимают они, разослать это, составом вот этими машины, которые разводят, по разным областям, в каждой области нанимать машину ехать, и там по той области потом, да это невозможно. В одном месте говорили, давайте перешлем оттуда-то книги ваши, и тут будут. Я уперся, нельзя трогать их, они там, хозяин нас терпит. И вдруг оказалось, куда просили, там невыносимая обстановка, даже одной книги моей нельзя быть. Поэтому надо, чтобы мудро все было сделано. Как это, я не знаю. Не знаю, но ехать я никуда уже не собираюсь. Мне ехать вообще нельзя. Не, ну, позвоночник там никудышный после операции. Я и так 117 тысяч километров намотал. Попросить. Недавно сообщили, книги наши пошли, перевезли через пролив, оставлены были для Англии, Шотландии и Ирландии. А ответа пока нет. То уже все там рядом, теперь там запросы делают, Королевскую библиотеку. На Скандинавии мы оставляли, когда машина поломалась, тоже не один экземпляр, а где-то четыре. И там известий нет, но, видимо, полная тишина, и там и должен был заниматься игумен один. Раздать. Видите как? А не надо ничего, и все на месте будет стоять. А что это все работает и приходят новые души, это говорить даже не надо. Какие вот, посмотрите ролик, вот сейчас сегодня ночью он выставил, Сергей, этот ролик наш, беседуем с одним юношей из Москвы. Вообще, Ткачев, кажется, Вячеслав. И какие у него вопросы? Юноша совсем. Такие вопросы. И, ну, приходится отвечать по Писанию. И заходят иногда и неправославные, задают вопросы. И я ответил одному, а здесь не одному. Я повторяю, сколько людей, которые заходят, на тысячи и тысячи. Поэтому о нашем сайте и форуме постоянно молитесь. Мы молимся и сразу трудящиеся перечисляем Игоря, Юлию, Сергея, Дмитрия, Виктора, всех, которые содействуют и которые оплачивают. Вот чтобы можно было снять копию, допустим, запасная, резервная копия по форуму, оказывается, надо платить доллары. Я потом только узнал, и люди платят. Со своей скудной получки или зарплаты платят. Я знать ничего не знал. Просто, Господь, до суда Божьего все это откроется. Потому что платят, кажется, на год, а потом заново. И потом опять заново платить. И опять кто-то заплатил прямо на днях. Рублями не принимают, потому что эта система вся руководится оттуда. Вот мы очень ответственны, чтобы сохранить это, но как Бог даст. Так что просим молиться. Ко мне вопросы какие-то есть, наверное? Спаси Христос вас за вашу большую Аллилуйя. Работу. Аллилуйя. Хотел сказать, что занятия идут у меня в доме. В 2 часа дня, в среду и в пятницу. Ну, сделали так, потому что там у меня центр такой, как бы, получается, со всех сторон, там 53-й автобус, и идти всего там 10-15 метров до дома. Ну, то есть можно попутной песней просто выйти, как бы, куда-то там в магазин или куда пошли, кому. Доехали, занимались и опять дальше продолжайте свой путь. Так что милости просим.
Я хочу сказать еще запускать. У нас в среднем 200-300-400 человек заходит на каждый ролик, а потом постепенно добавляется до 1000. А где быстро так рост такой, это там, где мы кому-то прилипли. Допустим, Андрея Кураева стали гнать. Я возьми и ответь по его беде, которая есть. И уже 27 тысяч сразу же. Ну, тысячи нет, и 27 тысяч. Это большая разница. Дальше погибла группа Дятлова. Ну, я дал тогда, беседуем мы с Игорем Дыбуновым, и говорим об этом. Это тоже там за 20 тысяч сразу перевалило. Почему? Тема очень известная, и вдруг иное мнение. И вот сейчас про этого Левиафана тоже выставили. Неделя прошла. Неделя. Уже 22 тысячи. А сейчас говорят, 5-го будет показ его первый раз. Показ в России, фильм этот. То к вам, говорит, еще кто-то придет. А приходя к нам на это, они переходят и на другие. А там все отвечено. У нас не игровые. Ну, игровые там, ну, может быть, где-то в лагере дети играют, показали и прочее. Так что у нас в среднем на ролик, ну, не больше 400 человек. А дальше медленно растет. Надо, чтобы Господь нашел тех, кому мы нужны. Вот так. Люди больше-то интересуются, как говорят, жареной темой. У Виктора там залетела сова и погубила голубей сколько. Ну и выставили. Виктор, внимание, внимание, чрезвычайное происшествие. Вот. И, а Сергей назвал его обнаружен враг и уничтожен. Как пошли отзывы, да сову, да как. А один пишет, да у нее сатанинский взгляд, посмотри, какая она. То есть разделились. Я тогда объяснил, в деревне все по-другому. Если ястреб появился, он таскает куриц, а с ним никто не считается, пока не будет уничтожен. Борьба за выживание. Так городской он смотрит, ой, она такая пушистенькая, она такая хорошенькая. Вот. И только поставили, уже 400 человек. Вот она. 400. Вот они, это, шарик бегает. А и где она? Вот она лежит, сова. Видите? Представьте, сова, 400 человек. А дальше Виктор поет новый гимн наш. Ну, это, слова. Всего там 150. Нет, не живая. А не говорит, слышишь, нет? Ликвидировал. Одному голову оторвало. Но к сестрам, которые не имеют отношения к интернету, не жалейте времени и того томления, которое вы испытали сегодня, потому что вы просто должны проникнуться, что это очень важная, нужная работа. Это благовестие на всю Вселенную. Так что молитесь, чтобы Господь вот продлил дни нашего старосты, и чтобы эта работа была во славу Божию. Господь, глядишь, и вас туда тоже притянет. Если в руках рупор и вот так говорить, это хорошо, что дальше слышно? Хорошо. А хорошо, если я поднимусь повыше, чтобы с высоты. Хорошо. Так вот нас Господь поднял высоко и громкий голос на весь мир. До конца Вселенной. Да, да, да. Настя Минцова. Объявление. Андрей взял у кого-то валенки подшить. Имя назвать не может. Маргарита сказала. Маргарита, скорее всего. Ну, объяснил так. Вроде живет, говорит, на силикатном. Да. С Наташей Прихотенко общалась. Вот она. Да, все, да, поэтому да. Я не знаю, кому. А, поставь на даче. Так, ты расскажи нам, что рассказала. Как у вас дела там, в вашей отчине? Слава Богу, живы. Ну, нет, тепло? Тепло. Прохладно. Прохладно? Прохладно. А что, мало дров? Причина? Да. Причина, ну, утепляли уже по октябрю месяцу. Первый год всегда. Прорехи крепче молите, что прорехи там в морозы прям видно было, где пар вырывается. Ну, где смогли, конечно, позатыркали. Слава Богу. Ну, помоги Господи. А болящих мы все, помни, все под приглядом, Татьяна Кузьмична. Так, ну, все те же много болеют, и заболели детки у Гали Загуляевой, молитесь все. Да, она сама ничего, а детки болеют. Валентина Пантелеевна. Мы посетили Валентину Ильиничную, конечно, молитесь о ней, у нее состояние очень такое тяжелое. Тяжело, чтобы Бог сохранил, духовно. И память, чтобы она могла молиться. До конца своих дней молиться и что-то помнить о Боге. Помоги, Господи. О Валентине Ильиничне речь. Господи. У Валентины Ильиничны сложное положение. Просят молитву, чтобы Господь сохранил ей память, чтобы она возносила молитвы и благодарение Богу. Еще есть какие вопросы, объявления, пожелания? Не забывайте, что занятия после трапезы здесь будет
Сегодня тоже. Песнопение и трапеза, и духовная трапеза. С ребятами последние дни Моисея. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и преднепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Отец наш Небесный, молим Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за эту возможность благовестия на весь мир, за то, что Ты умудрил людей, которые создали и сайт, и форум, за силы и здоровье, которые Ты даешь нашему наставнику, который больше всего трудится на этой ниве. Господи, призови еще многие души через это средство общения ко спасению. Пока еще время благоприятное. Господи, прибудь с нами во все дни жизни нашей. Сохрани нас в истине. Научи нас поклоняться Тебе в духе истине. И предстоящие занятия наши, Господи, благослови. И всех наших братьев и сестер подвигни на дело благовестия. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. А Алексей-то уехал уже? Нет, он здесь должен быть. Виктор, Виктор, возьми его. А мне надо Алексея. Валентина Павловна. Все, все, все там.